Все больше ненависти, меньше добра. Выживание – постоянная война. В наших целях обогащение, чтобы стать выше и добиться правления. Над теми, кто рядом с силовыми методами. Это навязанная система госкомитетами, телевизорами, радио, ментами, воспитателями, жирными буржуями, капиталов, обладателями. И покорно живем по этим рамкам! И покорно гнием по установленным рамкам! Зачем это все? Yeah.